23 апреля в лектории Политехнического музея состоялось вручение литературной премии «Бэйби Нос». Лауреатами премии стали самые яркие детские писатели последних 10 лет. Писать для детей – это как для взрослых, только еще лучше. В открытых дебатах приняли участие известные литературные критики, филологи и писатели. Точно так же, как не существует единого взрослого читателя, точно так же не существует единого маленького читателя. Что отзывается, то, что вызывает эмоцию, то, что как-то откликается в душе у маленького и юного читателя, то и соответствует требованиям сегодняшнего дня. Потому что, когда пишут для детей, им как-то пытаются объяснить, в каком мире они живут, какая здесь система ценностей, какие взаимоотношения между людьми и вообще какое будущее. Разговор шел не только о современной детской литературе, но и о том, как родители могут помочь детям полюбить чтение. Как правило, мы покупаем детям те книги, которые читали в детстве или откуда-то слышали. А очень сложно переступить через себя и покупать какие-то те книги, которые тебе совсем неизвестны. Когда ребенку читают вслух, в этот момент возникает контакт со взрослым, которого больше ни в какой другой момент не возникает. Как критик, я все об одном думаю. Читать побольше. Это круто и потом пригодится в жизни.